Приветствую всех своих подписчиков, а также случайных зрителей. Сегодня я подобрал для вас новый проект. Проект мне показался интересным. Сейчас у них проходит продажа токенов, и вы можете принять в ней участие. Данный проект у нас называется IdeaWiz. И это такой революционный криптопроект, который основан на алгоритмах доказательства работы и также доказательства ставки, чтобы гарантировать максимальную безопасность сети. То есть это экстраординарная криптовалюта, которая сделана для работы с ее сообществом. Мне кажется, данный проект надо разобрать более подробно, ну и для этого давайте перейдем на их сайт. Ну что же, вот мы с вами и на сайте IdeaWiz.io. Ссылочку я обязательно, как всегда, оставлю в описании, также оставлю ссылку на их соцсети, ну а также оставлю ссылку на Telegram, там вы сможете позадавать свои вопросы. Как я и сказал, при ICO у них стартует уже совсем скоро, да, то есть осталось всего 2 часа 14 минут. Сейчас вы можете зарегистрироваться в кабинете, да, то есть нажимаем кнопочку подписаться, да, или здесь регистрация. Я уже зарегистрирован. Мы с вами попадаем, так назовем его, кабинет инвестора. Здесь нам необходимо прописать свое имя, фамилию, также электронная почта и ваш IdeaWiz кошелек. Здесь же написано, как его создать. Покупать мы с вами можем как за биткоин, так и за эфириум. Да, у нас имеются адреса, на которые нам необходимо отправить средства. Ну и, соответственно, с помощью них, когда вы отправите, у вас здесь появится баланс, и вы уже сможете приобрести. Итак, я думаю, с покупкой проблем у вас не возникнет. Давайте мы разберем проект более подробно и вообще посмотрим, что это за проект. IdeaWiz строится у нас на основе идеи и Vision нашей мировой экономики. То есть они хотят размыть грань между продавцами криптовалют и обычными потребителями. Как мы видим, кошелек мы можем установить себе на наши смартфоны, да, там или какие-то гаджеты, iOS и Android. Оно у нас доступно, и вы уже можете сейчас его установить, и уже на него получите потом токены после покупки. А плюсы проекта, да, что же делает IdeaWiz более прибыльным по сравнению с другими криптовалютами, так это разделение прибыли. То есть прибыль собирается двумя способами. Во-первых, это увеличение стоимости самого курса, ну и доли прибыли 39% через несколько проектов, которые IdeaWiz занимается и через которые они получают постоянную прибыль. Одним из этих замечательных проектов, который увеличивает прибыль и укрепляет сообщество, является основание горнодобывающей фермы. Да? То есть майнинг, если у нас переводчик так перевел. И, соответственно, у нас 39% прибыли, которая получает эта майнинговая ферма, поступает в сообщество, ну и выкупается токен, и, соответственно, цена у нас будет постоянно расти. Этот процесс у нас гарантирует постоянное увеличение прибыли, ну и, соответственно, роста самого токена. Здесь вот как раз таки у нас написано, да, куда идет это все, все эти средства, 45% глобальная экспансия, 39% распределение прибыли по держателям токенов, 11% идет на благотворительность, ну и 5% у нас идет команде. А вот как раз таки про эти проекты у нас и написано, криптомайнинговая ферма, это основано для покрытия текущих расходов, таких как электричество, аренда, расходы на персонал, серверы и многое другое, да, то есть это уже работающий проект, и сейчас вот они как раз запустили IdeaWiz и сделали свой токен. Как раз таки с помощью данного проекта Mining Farm и будет у нас идти вот эти 39%, которые будут увеличивать цену токена. Что касается самого ICO, давайте немного разберем это поподробнее. Что касается приватов, то здесь у нас 3000 в биткоине или эфириум, это минималка. Начало у нас получается 20 числа. Феврале, ну и конец получается 1 марта, да, не так долго будет идти, 8 дней. Принимаю биткоин эфириум, и цена у нас за монету получается 2 цента. На ICO, соответственно, здесь можно инвестировать меньше, это от 1 доллара всего в биткоине или эфириуме. Начинается также с 1 марта и заканчивается у нас получается 21 апреля. Принимаю также биткоин эфириум, цена у нас такая же. Плюсы проекта – это децентрализация, мгновенные операции, защищает вашу личность, зашифрованные, низкие операционные сборы, ну и глобальная система безопасности. Что касается дорожной карты, давайте посмотрим. Дорожная карта у нас до конца 2022 года, то есть сейчас у нас по дорожной карте как раз таки стартует ICO, 21 апреля они залистятся на какую-то биржу,
приложение в мае 2021, далее запуск майнинг-фермы, специальный проект и инвестиционный проект. Все это будет до 2022 года. Что касается команды. Команда у нас имеется на сайте, ну их лица. К сожалению, ссылочки на какие-то соцсети я здесь не увидел. Это, конечно же, минус. Ну, я думаю, что узнать все же команду можно, спросить можно, ну, более подробно о них у них в Telegram-чате. Далее у нас идут и различные вопросы и ответы. Это тоже обязательно все смотрим, ну и изучаем. То есть, у вас еще есть время подумать, да, стоит сюда инвестировать или нет. Имеется 2 часа. Поэтому, ну, если проект зашел, обязательно смотрим, изучаем, взвешиваем все за и против. И если понравился, то инвестируем. Ну что же, давайте подведем итоги. Проект, я не скажу, что там прям какой-то мощный. Ну, достаточно такой интересный, можно на него посмотреть, можно изучить. И если зайдет, то инвестировать именно в pre-ICO. Да, там есть бонусы, поэтому, конечно, лучше инвестировать на начальном этапе. Все ссылочки, как обычно, вы найдете в описании под моим видео. Переходим, изучаем. Ну и если понравился, то инвестируем. На этом у меня все. Я, как обычно, желаю вам большого профита и всем пока!